11 мая этого года глава Сергиевского района Алексей Веселов встретился с жителями улицы Самарской, поселка Суходол. Целью визита стал вопрос асфальтированной данной дороги. В ходе встречи было принято решение, что асфальту быть. Так уже на прошлой неделе завершились строительные работы. Первый дом на улице Самарской был построен 43 года назад. За несколько лет появились еще 17 дворов, семьи которых до сих пор проживают почти в том же составе. Поэтому их улица особенно дружна. Но для полного счастья не хватало, пожалуй, только асфальта. По этому вопросу они неоднократно обращались к властям. Теперь все тяготы бездорожья остались лишь в памяти жителей этой маленькой улицы. Было очень плохо, грязь, когда в осенний-весенний период. Потом такси сюда к нам не приезжало, когда там вызывали, ой, ваша Самарская, мы туда не поедем. Ходить пешком в обход по соседней улице тоже было как бы далековато. Новый асфальт на улице стал настоящим праздником. Мы рады. Сейчас на данный момент у нас асфальт, и у нас и дети сейчас на асфальте бегают, улицы у нас спокойные. И дети велосипеды все свои повытаскивали, и машинки все тут в радость. Даже не замечали, что коленки они рвали. Самое главное – асфальт. Для нас это радость большая. Не меньше новшеством радовалось и взрослое население. И после рабочего дня устроили праздник двора с настоящим застольем, за которым собрались дружные соседи. И если раньше в администрацию активисты улицы обращались с просьбами, то теперь только с благодарностями. Маргарита Русяева, Денис Витрюк, телекомпания «Радуга-3». Ну, спасибо, ребята. Вам спасибо.